Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Fit 2012 год, черный цвет, бензиновый двигатель, объем 1,3 литра, 99 лошадиных сил, АКПП, передний привод, хорошая резина, литые диски, пробег 170 тысяч километров, имеются повторители в зеркалах, ветровики. По салону у нас темный салон, не прокуренный. Мультимедиа, климат, мультируль, HMEC, электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП. 93, 94, 93, 101, 98, 98, 102, 101. 101, 90, 96.